Всем привет, гайз! Я сегодня решил пойти по клавам. Это уже вторая клавиатура, которую я обозреваю сегодня. И она стоит у меня как основная клавиатура, на которой я играю. Эту тему всю я уже потестил в течение месяца. У меня сформировалось четкое особое мнение. Хочется как-то разнообразить канал, добавить оригинальность. Я не хочу просто брать какую-то вещь, распаковывать и говорить: вау-вау, она такая классная, но я еще и не тестил. Поэтому после месяца использования мы решили ее отснять. Данная компания Defender представляет еще некоторые игровые типа устройства. Понятно, что эта клавиатура будет подсвечиваться, это же игровая клавиатура и все такое. Пинч. Пинч. Ага. Как обычно. Это что у нас? Какой-то документ типа паспорт, бумарт. Чек. 1990 рублей не стоит она того, сразу говорю. Так, и руководство использования для дебилов, назовем это так. Ладно, это все нах, пленку нах. И что мне сказать? Первое, плюсы. А я напоминаю, это яблочный сок со льдом. Яркость. О, загорелась. Lava Soft Touch. Приятно выглядит, хорошо смотрится. Не маркая. За месяц использования я протер один раз. И она смотрится почти как новая. Естественно, что это мембранка, что следовало ожидать как бы от клавы, которая стоит 2000 рублей, но она не стоит того. Мой друг по доброте душевной продал мне ее всего лишь за 1000, хотя в магазинах она сейчас стоит 800. Спасибо, Дениска. Из игровых элементов я вижу, что WSDI находится не только в обычном привычном месте, но и на стрелочках здесь, то есть можно их переключать для удобства, если играешь в какие-то гоночки. Далее, подсветка, нажимаем FN и банально мы ее отключаем нах, вот, и обратно включаем, то есть самая яркая поменьше ярче, самая минимальная и либо вообще без света. По дефолту, если ты выключаешь и включаешь компьютер, она становится обратно самой яркой. Друзья, это мембранка, естественно, хоть она типа и игровая считается, но это мембранная клавиатура, которая не стоит своих денег. На самом деле, вот предыдущий обзор, это вот я только что отснял, вот эта клавиатура ничем не хуже за десятку баксов, вот она еще и при этом меньше. Дело в том, что когда я играю в какую-то игру и засиживаюсь от часа и дольше, то у меня получается очень интересная ситуация. Вроде бы площадка есть для рук, которая в принципе должна для удобства мне помогать. Даже есть еще у нас такие подъемнички, которые ни хера не поднимают. Чуваки, ну на 5 миллиметров. Вот, ну для удобства, удобства никакого, серьезно. Из плюсов я могу выделить только кнопку Windows, которая находится посередине. И если ты играешь в какие-то шутеры, то банально ты не путаешь Windows с кнопкой Ctrl или Shift. То есть игра у тебя не вылетает. Это плюс. Минус. Если ты играешь час, продемонстрирую. Чуваки, серьезно. Это важно. Это для меня важно. Вот такая полоса. Вот она. Вот эта полоса, она с каждой минутой прибавляет боли. Поигравший там пару часиков в свою любимую игрушку, у меня здесь болит рука. Серьезно. У меня начинает ныть рука. Это очень большой минус для типа геймерской клавиатуры. Если ее сравнивать просто вот с моей бывшие клавы, казалось бы, да, Lenovo, ну что в ней такого? Обычный провод, как и в принципе и здесь, она меньше, просто площади меньше. Но по сути, вот, я кнопку Windows тоже не путаю. Но здесь есть маленькая особенность. У нас Ctrl перемещен сюда, а функция
вынесено на край. И вот здесь у меня проблема. То есть, когда я играю какой-то шутер, я обычно нажимаю функцию вместо Ctrl. И это большой минус. Но, секундочку, у меня руки не охуевают от боли через пару часов игры. Потому что мне сюда ничего не давит. Даже если брать Asus, то Asus не так плохо смотрится. Единственное, что они не подсвечиваются. То есть, как бы, да, клава хорошая, но она не подсвечивается. Иногда в темноте неудобно. Ой, такой незначительный минус, что я могу даже променять вот этот комфорт подсветки на удобность использования. Так что, ну, такое дело. Пока играю, пока играется, но, честно говоря, я бы ее кому-то подарил или бы продал. Вот такой обзор. Если что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментарии, я думаю, вам есть что сказать. Пока-пока.